Сегодня глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов вручил государственные награды жителям республики, достигшим успехов в профессиональной деятельности в связи с Днем защитника Отечества. Церемония вручения прошла во Дворце культуры республиканской столицы. Подробности у Мурата Джанкезова. Сегодня в зале находятся те, кто охраняет правопорядок, участвует в ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасает жизни и здоровье людей, учит и воспитывает подрастающее поколение. Рашид Тимрезов поздравил присутствующих с Днем защитника Отечества и поблагодарил каждого за вклад, который они вносят в развитие тех сфер жизнедеятельности, в которых трудятся. Искренне желаю вам, всем солдатам и офицерам российской армии, ветеранам военной службы, боевых действий, воинам-интернационалистам, всем, кто носил и носит форму, крепкого здоровья, бодрости, духа и благополучия. Счастья и добра вашим семьям, мира и процветания нашей великой стране. За большой вклад в реализацию проекта по переходу на цифровое вещание присвоено почетное звание заслуженный работник связи и информации Российской Федерации Павлу Шрамко, замначальника радио-телевизионного передающего центра. Объявлена благодарность президента страны Сергею Смородину, начальнику Карачаево-Черкесска «Автодор». Глава региона Рашид Тимрезов выразил особые слова благодарности в адрес медицинских работников республики, которые самоотверженно борются с распространением коронавирусной инфекции. Указом президента России орденом Пирогова награжден врач-анестезиолог-реаниматолог Хызыр Хубиев. Отдельно хочу обратиться к нашим медицинским работникам. Спасибо, что нашли время и присутствуете сегодня здесь. Но мы понимаем, что большинство ваших коллег сейчас находится на своих боевых постах в самом прямом смысле этого слова. На протяжении почти года вы боретесь за здоровье и жизнь своих пациентов, наших жителей. Благодаря вашему труду, профессионализму, отзывчивым сердцам нам удалось противостоять страшной пандемии, которая охватила весь мир. Вы самые настоящие защитники. От имени всех жителей нашей республики, от себя лично хочу сказать вам самое искреннее человеческое спасибо. В этот торжественный день за многолетний добросовестный труд глава республики вручил госнаграды, почетные звания и грамоты 29 жителям Карачаево-Черкесии. Среди них два школьника – Батыр Гаджаев и Тимур Шевхужев, которые удостоили звания «Юный спасатель». Я получил, потому что спас человека. Мне очень приятно, что глава заметил мой поступок и приощрил. Я хочу выразить благодарность лично от себя и, я надеюсь, от всех присутствующих в зале за высокую оценку нашего труда. На этом мы не остановимся. Будем дальше совершенствовать свою работу, выполнять все более и более качественно возложенные на нас функции. Мурат Чанкезов, Али Бастанов, Вести Карачаево, Черкесия.